Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Play и Outlast 2. Мы в прошлой серии с вами упали, чуть-чуть, прям самую малость, упали с какой-то будки на третьем этаже. Вместе с нами упал товарищ Лэрд, если я ничего не путаю, Лэрд же его зовут. Вместе с Ником там и прочей вот этой вот ебалой скинули его, короче говоря, власть изменилась. Что, встань? Или куда ты хочешь? Взаимодействовать. Окей. Крыша. Возможно, я мог бы... А, блядь. Действительно. Это опять школа, да? Окейушки. Ну, я в прошлой серии, смотри, помнишь, в прошлой серии я просил, говорю, дайте мне, сука, погулять по снегу. Дайте, сука, по снегу мне погулять. И знаешь, что случилось? Дали. Да. Что такое? Чего? Я что-то пропустил? Дали. Дали погулять по снегу. Ой, чьи-то голые ботинки. Пойдем по ним. Так, я так понимаю, он замерз. Замерз просто, да? Ну хорошо, ладненько. Давай, окей, похеру. Ой, блядь, да в смысле? Тихо, 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 тут за... Блядь, за мной кто-то бежит. Я тебе отвечаю, блядь, за мной кто-то бежит. Кто-то за мной бежал. Так, ладно, давайте не будем отвлекаться, просто побежим по следам сразу. Потому что, сука, за мной кто-то бежит. Я не знаю, кто это, но я не хочу даже проверять, кто это. Мне похер вообще, пусть бегут. Пусть бегут, и я побегу. Все побегут, мы бежим по следам. Привет, до свидания. Окей. А вот теперь за мной... А вот теперь за мной никто не бежит. Ладно, все, хватит, чувак, не трясись, все нормально. Мы уже в тепле, у нас все хорошо. Мы обратно в школе, правильно я понимаю? Да. В школе с кровавыми окнами. Кто-то херово, я так понимаю, субботник проводил, да? Кто-то очень херово ничего не почистил. Кого-то ударили об стенку. А может быть, кто-то разбился, я не знаю. Неудачная, знаешь, неудачная чистка окон. Ну-ка. Что это? Я ничего не открывал. Бляха, ну... О, блядь! И беги! Ёб твою мать! Блядь, это рука твоя! Не маши мне рукой, сука, не пугай меня! Чё за херобора, сука, в этой школе-то происходит? Чё за бредятина кругом? Ну не надо! Блядь, а чё куда идти-то? Он что-то про крышу говорил. Крыша, я бы мог. Так мог, смоги. Я, бля, откуда вышел вообще? Я отсюда вышел, да? Да, вот мои следы. Это же мои? Мои. Ого. Нет. Чё, обратно же туда? Уже заперто, ты понял? Это сторож, блядь. Конечно же, это сторож, а кто же это еще-то? Просто такой плохой, плохо выглядящий, пьющий сторож. Не дает он мне по школе гулять, ну и правильно делает. Нехуй по школе ночью шастать. Школа не для этого совершенно. Школа для того, чтобы днем в ней учиться. А ночью там должен быть только сторож, и все. Он должен, блядь, охранять. У сторожа работа такая, охранять школу по ночам. Какого хера постоянно сюда кто-то лезет? В теле была ревность. В теле был страх, сзади кто-то есть. Не знаю. Ой, что случилось? Тихо, где я? Лестница, спокойно. Вот теперь все хорошо. Я батарейку заметил. Я молодец. Да блин, опять мы по тому же самому месту бегаем. Мы там уже были. Только мы были по ту сторону решетки. Ну хорошо, ладненько. Опять мне туда идти? Зачем? В принципе, там где-то Джессика бегала. К тому выходу мне уже смысла идти нет. Я только что там ходил. Может просто открыть черный запасной вход, проход. Ладно, тихо. Сейчас все будет нормально. Нам явно куда-то туда нужно.
Нет, не туда. А куда? Так, ты давай мне тут не сажайся, батарейка. Ага. Вариантов очень мало. Вариант только один. Сюда, но тут закрыто. Хорошо. Хорошо. Ищем другие варианты. Сюда он тоже не полезет. Правильно, логично, потому что он отсюда только прилез. Так других нет входов-то. А, все понял. Нет. Да не надо ничего перезагружать. Я пытаюсь найти проход, вход, заход. Записка с висельником. Да, такое мы уже видели. Ты здесь не один. Это я понял уже. Это я все прекрасно понял. Сейчас меня перек... О, Джессика. Здорово. Джессика, иди сюда. Эй, а где подсветка-то? Джессика! Джессика, ты меня слышишь? Need not fear. И страха нет, ведь рядом ты. Окей. Я не вижу ни хера, я включил подсветку, если что. Look down upon thy little one. Light of light. Keep me this night. And shed on me thy presence bright. Надо идти на нее, да? I need not fear if thou art near. Thou art my savior, kind and dear. Quick. О, God, the sun. Look down upon thy little one. Light of light. Я иду. Keep me this night. И со мной тут тоже идет. On me thy presence bright. Окей. I need not. This way, Blake. Jess, are you there? Тихо, я иду по микрофону. Блядь, овцы! Яй-я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 й, сука! Это очень жесткий прием. Это очень жесткий и запрещенный прием. Я уже такое не раз говорил. Это, конечно, было в прошлых разах не так отчетливо, как здесь. Не так жестко, как здесь, но, сука, бывало. Это, знаешь, когда тебя пытаются... Когда тебя тоже пытаются, ты сконцентрируешься, ходишь на каком-то ебаном, гребаном звуке в темноте, и тебе в конце дают сраный, огромный, кричачий, сука, скример на весь экран. Фу, блядь. Хер с вами, ладно. Раз вы так, то и я с вами буду так же. Будете у меня, падлы, знать, как меня пугать таким образом. Я вам покажу сейчас всем. Фух, ты ж дебилы, блядь. Ну дебилы, ну зачем так пугать игроков-то? Ну нельзя же, запрещено. Вдруг у кого-то сердце слабое. Оно же как бы одно. Но ведь может кончиться. Мне-то легче, ладно. Хотя и тебе должно быть легче, потому что я тебя предупреждал. Озеро. Переберись на другую сторону, и все будет нормально. Я же тебе говорил, я тебя предупреждал. Я говорил, что сейчас будет скример. Ну потому что это слишком очевидно, слишком подставная херь. Перезагрузить сейчас некогда. Это слишком очевидно и слишком жестко. Это очень сильно запрещенный прием. Человек может... Обосраться. Хорошо, я не засуну и пальца в эту воду. Ой, там кто-то ходит. Тут что-то не так. Бляха, Блейк, как же ты быстро разговариваешь? Я не успеваю за твоими мыслями. Вижу что-то, бинт или что-то там, вот там, что это такое? Это просто бочки. А как ты собрался? Объясни-ка мне на другую сторону перебраться, если не хочешь пальцы в воду засовывать. Ты что, блядь? Иисус по воде-то ходить. Тут по-любому надо как-то в нее окунаться. Но там кто-то зашел просто, вниз просто кто-то взял и зашел в воду. Ну окей, шпингалет есть? Есть! Значит, тут от кого-то надо прятаться, спокойно. Если есть шпингалет, я непременно им воспользуюсь. Я логичный. А не надо вот так было делать, надо вылазить. Я путаю пробелы действия постоянно. В такой игре это не возбраняется. Это вполне себе законно, потому что очень страшно. Так, шпингалет, отлично. Откроем его. И дверь откроем на всякий пожарный. Пригодится. По
пока непонятно для чего, но пригодится, я тебе отвечаю. Когда мы от кого-то побежим, нас это очень сильно выручит. Только вот от кого мы можем здесь побежать, я пока что не понимаю. Хотя все я понимаю, что я вру. Нам придется бежать от чувака, который зашел в воду. Которого он сейчас снимает. Че это? Черепа? Колья? И че в этом такого? Окей. The lake smelled like... Озеро пахло химикатами и дохлятиной. Хорошо. Так, у нас школа еще что-то. Ну, у него по школе никогда никаких мыслей нет. Просто непонятно записанный какой-то шум, шорох, что это такое. Ему похеру, в принципе, на это. Бля, ну вот еще водяного здесь не хватало, конечно. Вот я прям думаю, чего ж тут не хватало? Водяного, оказывается, нам не хватало. На какой берег? Куда нам? Вон там шахты. Да, это шахта, нужно куда-то туда. Так, вон там огонь, нам нужно на него. Если я сейчас упаду в озеро, его убьют. Ну, мы хотя бы посмотрим на это. Разреши мне помочь тебе? Нет, дружище, не надо, я сам могу. Я все могу сам. Я сейчас выберусь на берег. И не надо мне помогать, пожалуйста. И за ногу мне хватать тоже не надо. Дружище, пожалуйста, прошу тебя. Блять, ну конечно! Уйди нахер! Уйди, да тни ты ему подошвой-то в голову! Ну, о, все ясно. В озеро все-таки прыгать можно. Но осторожно. Так, хорошо, ладно. Здесь я никакого... Ничего такого не находил. Значит, пойдем вон туда. Тот, кто пропустил что-то в первый раз, наверное, сейчас прочитал во второй раз, да? Я не успел опять. Так, а как же нам переплывать? Подожди-ка. Он, наверное, как-то подает признаки жизни в этой воде, нет? Типа, вот я тут. Нам по-любому надо переплыть вот этот вот остров. Только каким хером, я не понимаю, потому что мне где-то он там схватил. Но нам явно вон туда. А мы пришли вон оттуда. Кто-нибудь его видит, нет? Может его как-нибудь на берег выманить, а потом побежать? Не, ну я такое расстояние такое проплыл, мне никто не схватил, смотри-ка. Да здесь негде залезть? По-моему, нет. Я не вижу ни хера. О! Другалек, по-моему, мой сидит. Где этот хер-то? Можно, конечно, с прыжка все это дело организовать. Но смотри, мы обогнем остров. И нам нужно срочно плыть туда, окей. Быстрее надо это делать, пожалуйста, быстрее. Не-н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 е, чувак. Нет-нет-нет-нет-нет. Извиняйте, я сам. У меня есть способность... Сейчас он схватит меня за ногу, я тебя, блядь, буду... Сейчас опять меня схватит за ногу. Ну, конечно! А можно как-то его... Блин, ну доплыть-то надо, ну я почти доплыл. Возможно, где-то надо еще короче путь найти. Я не засуну пальца в эту воду. Тут что-то не так, с озером что-то не так. Но это мы уже выяснили, да. Разреши мне помочь тебе, говорит другалек. Но помогать отказывается. Он помогает мне утонуть. Ну, чувак, если я захочу утонуть, я и сам справлюсь. Тут твоя помощь как бы особо не нужна. А, я понял, все, 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 я понял, понял, понял. Смотри, как делаем. Мы сейчас его загоняем здесь. Он остается, получается, где-то тут, наверное, да? Потом мы быстро бежим по берегу и переплываем. Больше ничего логичного я не вижу. Как только он скажет, разреши мне помочь, я выхожу на берег. И потом бегу в другую сторону. Смотри. Смотри. Давай. Помогай мне. Ага.
Вот. Ха-ха-ха-ха. На кого нарвался-то, дурень? Я логичный, что пиздец. Я сейчас уже на том берегу буду, а ты мне будешь помогать. Думаешь, я там. Все окей, все нормально. Да давай не уставай, Блэк, сейчас не до этого. Успокойся. Все? Молодца. По идее, он где-то там. Мы поплыли, окей. Бляха, батарейка. Хе-хе, сука, я про тебя забыл. Окей, поплыли. Быстрее, Блэк, быстрее, пожалуйста. Мне просто смущает, что, наверное, где-то можно на этот остров залезть, по-любому. А вот где, хрен его знает. Ну смотри, он уже не говорит, не разреши помочь. Значит, он где-то далеко. Значит, он где-то там. Да, я наебал его. Ах ты ж, сука, хитрожопая такая. Не, ну а кстати, чё? Тут же дорога есть. Где ты вылез из дома-то? Я думал, мы откуда-то отсюда примерно пришли, а мы, оказывается, походу, откуда-то оттуда спустились. Не надо здесь плавать, получается. Хорошо. Без проблем. Вообще нормально. Стало попроще. А то мы его пытались наебать, пытались, у нас чуть ничего не получилось и все. Сейчас провалится все, вот сейчас все провалится, я тебе серьезно говорю. Слишком хлипкий, слишком тухлый какой-то мостик. Что случилось? Чё за черт? Где? Завод? Нихера себе! Там так-то огроменный завод. Это значит город рядом совсем. Так они же ездят в город за припасами. Дорога в Дамаск. В Дамаск? Tower. Башня. Радиовышка и радиорелейная линия. Возможно, цивилизация. На секунду я подумал, что могу не умереть. Ты давай мне эти мысли брось. Не умрет он. Бля, батарейку забыл подобрать. Ладно, хрен с ним. Не могу, говорит, не умереть. Нет, дружище, ты умрешь. Ты чё, это слишком долго тебе везет. Ты по-любому... Что происходит? Ты по-любому должен умереть. Ну по-другому-то как? Ну ты слишком везучий тогда. Ты, блядь, никого ни разу пальцем не утра... Ну подумаешь, с подошвы старухи дал. А где мужик? Ну, сидит. И типа ты такой выживешь. Ага, конечно. Целое село дебилов. Целое село сектантов. Целое село долбоебов, которые заживо гниют, не обращают на это внимания, думая, что это, блядь, нагрешили они. Это как, блядь, надо нагрешить, чтобы тебя всего язвами-то покрыло? Это, блядь, надо человека изнасиловать, убить, съесть, высрать, слепить нового, отдать кому-нибудь на воспитание, дождаться, пока он вырастет, потом проделать то же самое, что и в начале. Люди, блядь, так не грешат. Ш ебануться. Они специально сделали костер там, чтобы я, короче говоря, отвлекся и пошел в него. Хитрожопые какие, а? Столько попыток неудачно переплыть это сраное болото, а в итоге можно было просто выйти через дом. Но меня знаешь, что смутило? Я думал, что мы из этого дома как раз таки выходили, и что-то такого типа странного, как-то я обратно в него пойду и выйду в какое-то другое место. Меня такая мысль просто тупо не посетила. Так, он куда-то пошел, куда-то пошел. Куда-то побежали. Старуха сейчас придет, сейчас придет старуха, все, пиздец. Если... Уже, да? Да, уже орёт. И чё? Ну, старуха плавать явно не умеет. А хули толку? Да, меня другой пловец ждет. Плот. На нем я мог бы переплыть. Думаешь? Мне эта идея не кажется хорошей совершенно. На плоту плыть, когда там куча дебилов всяких плавает. Хотя он там один. Одного-то можно и поебалу веслом огреть. Типа, знаешь, такой, херак с Новым годом! Ха! И он утонул. И уже никому помочь не может, даже себе. Ой-ой-ой-ой-ой! Так не делай. Я так понимаю, двери-то они все позакрывали. Потому что когда идет старуха, они все закрываются и просто сидят там, дрожат под кроватями. Ну, хер его знает. А, Марк Аарон, если вы найдете это письмо, отправляйтесь прямо в храм Врат и расскажите Папиноту об ужасе и муках, которые проверяют мою веру в Господа. Человек в одиночку не может их вынести. Здесь во тьме враг выжидает
враг. Спаси, Господи, мою душу и души ваши. Окей. Нет, смотри-ка, они все-таки что-то открыли. И тут даже что-то... А куда они убежали-то? Ну, плот, мы сейчас поплывем. Это я понимаю. И куда они все убежали внутрь? Он, кстати, заметил, он все это время даже ни разу не жрал. Чего? Что ты там увидел? Help. Помощь. Help wasn't coming. Помощи не было. А, там написано помощь? Ну-ка. Ёх, ни хрена себе в натуре, прикинь. Это они писали туда, в цивилизацию? Типа там из окошка кто-то должен здесь увидеть был? Они, походу, надеются, что там дружище какой-нибудь с биноклем каждыми сутками сидит и пытается им помочь. Охереть. Ну, окей, поплыли. Эх, ёпта! Я капитан! Я опять капитан, что делать-то? А, из В, чтобы грести, чтобы управлять плотом. Ну, окей. Меня тут чертило-то догонит, нет? Есть какая-то опасность по этому озеру передвигаться? Да я хер знает, поплыли напрямую, чё мне? Так ты уже в шахты-то не идешь, что ли, я не пойму? Или мы до шахт уже дошли? До шахт мы, по-моему, не доходили. Бля, сейчас кто-то выскочит, я тебе серьезно говорю. Ну хорошо. Я бы обосрался, блядь, плыть на плоту по такому глубокому озеру. Я вообще боюсь, я уже вам не раз рассказывал. Я боюсь на глубине опускать ноги вниз, потому что меня обязательно кто-то там схватит и утащит. Это такая фобия, она теперь, короче, будет у тебя тоже. Но это реально напряжно, представляешь, в темной воде ты опускаешь ноги вниз, и я, пиздец, заблудился. Попиздел называется. Там же по-любому кто-то плавает. Человек-амфибия, акула там или еще кто-то. Похеру, даже если это глубокая лужа. Там по-любому есть акула или призрак. Что происходит? Тихо, все. Давай. Просто... Ясно. А, спасибо. Это была вспышка. Вспышка была, которая спасла меня. О, рыбеха. Ебать, здоровая какая, смотри-ка. Че рыбой-то не питаетесь? Это знаки апокалипсис. Надеюсь, я просто схожу с ума. Там что, водопад? Нет, это водоподъем. Водопад это. Я думал, там этот водопад на конце ударится. О, здорово. Распухли. Привет. Плот мой где? Быстрее плыви к плоту, там сейчас мне чувак будет помогать. Плыви быстрее. Нет, дружище, пожалуйста, не надо. Этот хуй из школы, который, это не обычный призрак. Это хер из школы, который в школе за мной гоняется. Да запрыгни ты на плот-то, дурак. Да быстрее запрыгни. Да залезь ты. Ноги подними, сука, он сейчас схватит тебя. Не, ну это явно глюки. По поводу вспышек я не знаю, возможно, они и есть. Но вот по поводу этой хероты из школы. Ты назад плывешь, что ли, я не пойму? Нет, вперед. Так, ты быстрее плывешь? Подожди-ка. Да, шифтом быстрее гребет. То есть, раньше эта херь появлялась только в школе. А теперь эта бредятина появляется даже здесь. То есть, глюки уже начинают между собой переплетаться. Ему нужно, короче, какое-нибудь лекарство срочно. Срочно какое-нибудь лекарство. Он, по-моему, стал слишком плох. Что-то мне кажется, здесь все-таки будет водопад, потому что вода ускоряется. Да, скорее всего. Ты посмотри. Она прям куда-то... А, нет. Она куда-то прям усиленно течет. Ой, что-то меня кидает, бросает, мутит. Что происходит? Давай нормально плыви.
То есть мы на плоте плывем к цивилизации. Да хватит меня толкать-то, ебаные камни. О-о-о. Развернись, пожалуйста, слышишь? По-моему, меня уже просто несет, мне ничего не зависит. Ну окей, давай я просто плыву. Я вообще ничего не нажимаю. Сейчас плот меня разнесет, наверное. Ну конечно. Ах, жалкое подобие лодки. Давай, давай, там кто-то идет. Shit, fuck, come on. Shit. Ну ты быстрей, давай, а? Ух ты, повезло. Но в этот раз ладно, в этот раз я накликал нормально. Но дальше-то может и не повезти. Я реально... А, нет, я управляю уже им, отлично. Это они. Они забрали Лин, я близко. Я почти на месте, Лин. Ты главное не ссы. Теперь плот под контролем. Культисты хотят ее смерти. Все добрые христиане. Потому что Бог сказал, что она должна умереть. Но есть другие. Велики хотят, чтобы она родила ребенка. Чтобы досадить Богу. Что они сделают, когда узнают, что ребенка-то нет? Я должен... Господи. Лин! Я иду. Ой, там культисты в натуре. Тихо, ну к ней... Да не мельтеши ты! Блять, ну ебаный плод! А там ли... Там же нет Линта у них. О, ебать, они кого-то сожгли. Ёпты. Ты хочешь трупец снять? Трупов было так много, что по их спинам можно было перейти озеро. Почти забавно. Вот как ходит по воде. Ебать смешно, да? А что так светло стало? Может повернешь? Или типа приплыли, да? Нет. Хорошо. Мне про пробел так-то вообще ничего не говорили. Я нажал на пробел, он почему-то выплыл оттуда. Глажопики. Фу, ебать. Тут так воняет, обосраться, наверное. Представляешь, столько трупов, тухлятины столько валяется. Да ну не поворот, ты нормальный плод, ты или где? А, он с камерой грести не может. Чё ты это не снимаешь? Я думаю, чё за херня, он когда камеру в руки берет, он весло-то выкладывает. Ну ладно. Опа. Кто-то бежит опять. Опять голожопой куда-то бегут. Блях, какая хорошая спокойная серия, да? Мы полсерии тупо плаваем на плоту. Ни хрена не происходит. Вот давно бы так. Уж серьезно, уж практически там, я не знаю, близко вроде как конец игры. А нам дают немножко успокоиться. Нам дают немножко расслабиться. Просто спокойно поплавать по речке. Подышать свежим воздухом трупным, блядь. Посмотреть на достопримечательности в темноте. На деревца, на культистов, которые сжигают людей и бросают их в реку. Это же классно. Давай только не промахнись. Все, отлично. Так было запланировано, я тебе жопы чую. Все нормально. Блях, вот этот эффект, он прям вообще не нравится мне. Ладно, на камере, на глазах, вот смотри. Пожалуйста, не уплывай. А, быстрее надо. Окей. Быстрее, там плот сейчас уплывет у тебя, Блейк. Надо догнать его. Там, плот. Мне бы только перебраться. Ну, я понимаю, что не по воде, да? И, по-моему, кто-то за мной уже идет здесь. Ебать, кто-то скрипит прям так жестко. И как тебе перебраться? По лесам? Опачки. Ой, ты.
Это было в 34-м году. Подожди-ка, вот так вот сделаю я. Тут, по-моему, кто-то есть. А где плод-то? Так ты уплывешь, да, сейчас у меня? Блять, там кто-то есть. Подожди-ка. Тот плод не мог далеко уплыть, я понял. Глава 3. Это было в 34-м году Салливана Нота, который станет Иезекиилем в 479-м году Сиона в 1971-м году от Рождества Христова, 11-го месяца на закате 26-го дня. Я был пленником ростовщиков, фальшивомонетчиков в стране Альбаркука на горе абрикосовых деревьев, называемой Альбукерке. На меня были повешены фальшивые долги фарисеев Сиона, и я был приговорен носить метку позора тем, кто сам в нем погряз. Я был в стране короля-узурпатора, названного при рождении Линч, который вел войну, но не сражался, который возвел в камне коррупцию предшественника и обрек Сион на болезни и даже смерть. И непрошенный мир Господа вошел в меня, словно вор в ночи, окутанный ложью, но сияющий правдой электрический голос, вещаемый грешником и пойманный металлической антенной. И он говорил слова плача, говоря, что наши сердца слабы, а глаза слепы. Он говорил, что все это из-за горы Сион, которая пустынна, и лисы бродят по ней. Говорю тебе, о всемогущий Господь, правящий от поколения к поколению. Говорю тебе, разве ты позабыл о нас и покинул нас так надолго? Говорю, обрати наш взор на себя, а Господь, и мы обратимся, верни наши прошлые дни. Говорю, хотя ты ранее отверг нас, хотя ты пал, хотя ты зол на нас. И я знал, что это говорил лис на горе по имени Май Дотлиши и Май Илцой от поверженного Навахо. И лис на горе был принцем хаоса, который говорил правду ложью. И я заглушил голос и посмотрел и узрел невиданный белый великий огонь, окутанный лучами восходящего солнца и в середине его внеземной цвет. И мой яростный взгляд вернулся к презренным глубинам тьмы, прочь от знаний невыносимых для человека, и снизошел на меня шум ярости владыки. И кровь пошла из моих ушей, как из члена ребенка при обрезании. И Господь сим подтвердил наше соглашение, которое вы должны соблюдать. Он слышит там, где слова не могут звучать. Должен терпеть, пока не закончится время, и вашим же долгом будет убить врага, который будет рожден от вас. Окей. Кто-то где-то ползает. Ага. Допустим. Плод-то где-то впереди? Или что? Здесь я вроде никак перебраться не могу. По камням он не пропрыгает. Или пропрыгаешь? Нет, там тупо, короче, стена какая-то невидимая, не пускает. Ну, хорошо. Там кто-то есть. Кто-то где-то здесь есть. Я так понимаю, надо подняться к нему наверх, наверное, да? Плод-то у нас за скалой, я поэтому оттуда не вижу, да? Да, скорее всего, мы были вон там. А, так вот проход. Чё это? Ой, там кто-то идет. Тихо. Motherfucking no. Ты сам прекрасно понял, что он сказал. Он сказал, ёб твою мать, нет. Убиты как предупреждение. Или как приветствие. Возможно, нас так поприветствовали. Чё-то я не хотел бы себе такого приветствия на самом деле. Очень страшное приветствие. Блять, ну там кто-то ходит, и мне надо к нему идти. Или не там. Фу, блядь. Застрял в остатках. Или в останках. Во, урони давай. Отлично. А теперь без оглядки просто залазим на дерево. И просто спокойно по нему идем.
Там что-то написано на стене. Любовь сделает нас свободными. Или любовь освободит нас. Что-то такое. Снимай эту херню. Ну вот же. Да? Нет? Ха-ха, любовь освободит нас, тут написано. Я, сука, переводчик тот еще. Бляха, что так не видно, что так... Ёб твою мать. А теперь надо быстро на флот бежать. Это я уже понял. Давай быстрее, пожалуйста! Все, отлично. Блять, дебилы побежали, прикинь. Сейчас, по-моему, начнут они в меня либо плевать, либо кидаться камнями, либо стрелять, либо что-то типа того. Они по бокам, я их слышу. Давай только не разворачивайся, плот, сейчас не до этого. Камеру доставать не буду, нахер, лучше грести, чем снимать. Сейчас вообще не до съемок. Нам нужно грести, иначе огребем сами. Че, они уехали, нет? Бляха, какое же отвратительное здесь вот это освещение. Ты понимаешь, и так ничего не видно. И с подсветкой ничего не видно. Разницы вот никакой. Опа, кто-то... Нихуя вы, прыгуны! Они готовятся меня уже, походу, где-то встречать. То место надо запомнить. Я тебе... Да, блядь, ты смотри, как скачут. Слышь, олени, эти олени, вы как так научились-то? Меня так научите. Ну, поворачивай ты лучше. Я так понимаю, мы прямо на церемонию на саму, да? Сейчас они подготовятся, там пирожки, чаек, пивка накатим, еще что-нибудь. Алин там подвесят, рожать будет. А я как раз, знаешь, к самому началу. Ну или к самому интересному подоспею. Почему бы и нет? О, что-то, по-моему, несет уже. О, как несет. Да-да-да, уже и плот развалился, я понял. Я был беспомощен. В схватке со стихией у меня не было шансов выиграть. А, я еще живой. Ну подумаешь, одно бревно ушло. Жалко, что ли. Я не такой жирный, чтобы на трех бревнах потонуть. Бля, там дом какой-то, подожди. Это же шахта. Так. Лин. Что они с ней делают? Как рожать ее заставляют? Они думают, что она чья-то мать. Они называли меня отцом. Но я ведь... У нас несколько месяцев не было. Это невозможно. Ну так ебать, несколько месяцев назад же было. Вот тогда все и случилось. Я что-то, он меня запутал. Он то хотел в шахту, то потом в цивилизацию, то теперь опять в шахту хочет. О, начал. Ой, там сзади что ли приплыл там, мудак! Ёб ты мать, водяные, спокойно. Бля, чего у вас так много, я ничего не вижу. Ой, догнали, все, пиздец. Облизали. Я ничего не понимаю сейчас, если честно. Че это было-то? Бля, это был проигрыш. И что мне делать? Ну хорошо, я буду просто бежать. Что, блядь, за олимпийский заплыв? Эй, ой, тупичок, все нормально. Вылази. Всего-то. Так я выиграл, заплыв-то получается. Где моя медаль? Я вообще-то затащил. Воду кто-то не закрыл. Ой, опять эта школа. Ох ты, как хорошо-то. Тихо. Чувак, подожди, я еще не снял. Да не надо, подожди, говорю. Да, конечно, здесь ничего не будет. Кто там? Сейчас открою, подожди. Thank you.
И? После всего того, что тут со мной сделали... He's coming! Блять, после всего-то... После всего того, что они со мной тут делают, они меня решили напугать кровью из унитаза? Ну это вы, ребята, зря. Это вы, ребята, зря. Кто куда идет-то? Если это про меня, то я безобидный. Я вообще хороший человек и люблю всех людей. А они меня нет. Блять, а что делать-то? Может перекрыть воду? Ну-ка. Умойся кровью. Может теперь посрать, что сходить? Закрыть. Ну давай закрою, окей. Может так будет поспокойней. Вот и нахер это надо. Только выключи воду давай. Не хочешь? Может обратно в воду надо зайти? Типа я искупался в крови, а теперь могу пройти. Ну туда я выйти никак не могу. А, тут мужской еще есть. Ёптами. Мужской-то я не заметил. Все, тихо. Я думал, опять тут наложил. Хелп, туалетной бумагой, прикинь. Тут надо прятаться, да? Да. И зачем? Ну просто чтобы успокоиться. Ну сегодня серия, которой нужно успокаиваться. Мы плаваем по водичке, у нас все хорошо. За нами гонится какая-то хуйня из школы, которая сейчас сзади, наверное, да? Нет, окей. Иди лофта. Ой, какая хорошая серия. Вот, серьезно. Серия прям отличная. Вот именно эта серия мне нравится больше всего. Нихуя не происходит, кроме того, что за нами опять гонится какая-то хренотень. Спокойно. Джессика! Джессика, намекни, куда бежать! Ой! Блять, ты слышь, ты дверь там не открой, собака. Так, ты ж падла! Не, ну это вообще не страшно-то, если честно. После всего того, что было, пугаться вот этого, ну... Спасибо. Вот это я всегда люблю. Вот это, видишь, дверь открыли, и все хорошо. Спасибо за батарейку вам, молодой человек, кто бы ты ни был. Ты просто молодец. Так, чё, где? Компьютер рабочий? Каток покатать. В чё будем катать? Да целый компьютерный клуб, ёпта. Зачем ты мне открыл-то его? А, вот сюда сесть, да? Окей, я понял. Ну, конечно же. No lean is worth lean. Млан, блядь. Так, ну все, пора меня выпускать. Записку я нашел, все хорошо. Да? Ну, вроде. Хорошо, в эту сторону мы нас не пустили, потому что здесь стоял этот мудила. Это уже... Какая школа, да? У них и бассейн, спортзал, и все, и компьютерные классы. Ёпты мать. Хороша, хороша школа-то. Это можно, знаешь, стоять здесь, короче, смотреть там завод. Смотреть за соревнованиями по водному полу, там, еще почему-нибудь. За плаванием. Пиздатые места. Взял из класса стул себе принес. Сидишь, палишь, красота. Фак. Где ты? Вот это я зря! А не, нормально, 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 нормально. Фу, какая хорошая серия. Оставьте меня в покое. Не трогайте меня, пожалуйста. Это я вылез опять сюда, в деревню, да. Каким образом я проплыл бассейн, я не понял. Ёб ты мать, серьезно? Красный дождь! Не, ну такое вроде бывает, это какое-то типа погодное явление. Так что это не кровь, если что. Хотя херу... Тихо, не срывайся. Ну блин! А, ты хочешь землю снять? Так не похоже, вот так похоже на красный. Да бывает, серьезно, эти какие-то, блядь, природные явления, катаклизмы там.
переизбыток какой-нибудь херни в атмосфере и вызывает красноту воды. Льющаяся кровь. Думаю, она стекала с ее туфель. Нет. Просто я пытался не вступить в эту кровь, потому что не хотел потерять следы. Да какая это кровь-то, чувак? Я же тебе объясняю. Не кровь, это ни хера. Это всего лишь красный дождь. Чё, блядь, если дождь желтый бывает, это обязательно моча? Это все слишком однобоко. Это специальная херня. Переизбыток. Чё красный у нас? Фломастер. Переизбыток фломастеров в атмосфере. Вызывает красный дождь. А может быть что-то другое. Но я тебе серьезно говорю, я где-то про это слышал. Прям вот без пизды. Я тебя разве врал когда? Ну что ты начинаешь? Сейчас загугли, вот красный дождь. Где вылезет статья, что из-за того, что в атмосфере много такого-то... Ты же открыл ее почти. Че ты? Из-за того, что в атмосфере много всякой хуйни, заводы выбрасывают, там отравлений, что-то еще. У нас сегодня пошел красный дождь. Гоглофом у меня достижение вышло. Че говно? Блять, вот серьезно, что так, что так? Ни хера не понятно. Да хватит бубнить-то, мы. Где ты? Даем. Блин, ну я уже в шахтах уже хорошо. Ой. Чуваки складируются в бочку. А чё удобно? Человека же, наверное, можно разрубить, чтобы он в бочку целиком влез. Вот видишь, желтый дождь. Здесь постоянно дожди разного цвета идут. Не один только красный. Постоянно то желтый, то красный, то еще. Отсюда. Заперли. Заперли, ублюдки. Ну я же выйду. Это как так? Тут дверь была вообще-то. Эй. Пацаны, тут была дверь. Верните. А, вот еще дверь. Ну хорошо. Много дверей здесь. Тихо. Кто-то храпит. А кто храпит? Эй! Кто, блядь, здесь храпит? Вы чё, ёбнулись на работе спать-то? Сейчас начальнику все расскажу, сука, будете знать. О, чувак храпит. Или ты помер? Дай почитаем. Глава 13. Этими знаками отмечено приближающееся раскрытие лона ада. Затем ночной воздух наполнится пением острых ножей повитухи, и страшный плач проповедников и грешников будет одинаковым. И последним знаком будет дело врага, страшного даже в своей тюрьме, который достигнет сердца самого отверженного и преданного последователя Салливана Нота. Он тайный упрямец с неверием в сердце, отпрыск Сифа, отпрыск Каина, старшее и лучшее дитя, обогащенное только землей и его кровью. Разум ученика спустится с проклятых и ненавистных Богу и породнится с врагом и омоется в семени паука глазого агнца. Это будет предательство храма врат Бога и даже Салливана Нота, который искренне любил и направлял избранных к спасению. И еретики вознесутся среди праведного, и все они будут страдать от тысяч мучений и стыда до самой смерти, и потом целую вечность после этого. Поистине при звуке истины пророка младенец... Поистине при звуке истины пророка младенец подпрыгнет от страха в лоне убийцы. А ты не встанешь, да? Окей. Так, ладно, встаньте, уже ничего нету страшного. Или там сейчас что-то было, или мне показалось. Нет, все нормально. В темноте чуть-чуть подходим. Походим! Пах, сколько у меня батареек? Mine entrance is usually on the top floor. Что?
Чё? Кто-то мне поёт уже. Нахули бы и нет-то. Надо же как-то меня отвлекать немножко от того, что происходит. Можно и песнями. Я не против. Опачки. Блять, открытые... Ой, в смысле открытые. Ограниченные пространства — это плохо. Тут что-то прям вообще жестко с людьми поступают. Тихо. Кто это? Кто это там хе-хе-кает? Что происходит-то? За мной кто-то бежит, или мне кажется? Серьезно? Погоня опять? Хорош. Хорош! Дохуя отдыхали, говорит игра. Слишком дохуя. Пора и поднапрячься чуть-чуть. Ну почему бы и нет. В такой панике тут... Давайте, Денна! Ура, мы пытались. Мы пытались ее вернуть. До того, как враг разорвет ее чрево. Но они... Подожди, Лин, ты ее видел? Они нас убили. Счастливчики те, кого они убили. Убирайся. Нам нужно уходить, нужно идти. Подожди меня, друган. Подожди. Дружище, реально подожди. Школа. Ха-ха-ха, блядь. Серьезно, опять школа. Куда ты полез? Ты ж бляха-муха. Чувак-то мне помог. Ой, это библиотека, здесь очень много полок. О, ты ж блях, а. Спокойно. Я библиотекарь. Если кто-то с... Опачки. Если кто-то, сука, будет шуметь, я вас найду. У меня, блядь, очень чуткий слух. А если не справиться с слухом, у меня есть микрофон. Всем вам покажу, блядь, что такое шуметь в библиотеке, собаки. Тихо-тихо-тихо! Не, ну все, эти серии без напрягов прям реально мне нравится. Я уже 15 раз говорю, что она без напрягов. Она, конечно, напрягает, но уже не так. Нет, ну ничего уже не происходит. Спокойно. Присоединился к общению Джессика. Джессика, ты там? Привет! Работает. Странно. Я вижу, как ты там печатаешь. Обернись. Эй, хуй тебе. Давай до 3-4, 3-4. Я думал, будет что-то пожестче. Блять, эту женщину уже 15 раз, по-моему, вешают при мне. Ее вешают и вешают, вешают и вешают. А, еще. Обернись. А, так можно было и на этом? Я тебя вижу опять? Что там еще было на твоем экране? То окно, которое ты закрыла. Ничего, прости, просто фигней страдаю. Я только разбираюсь с этой компьютерной штукой. Я могу помочь тебе, если хочешь. Лин, тебе машет, подожди. Чего? 7 декабря 95 года. Мой муж говорит, что всему происходящему есть причина. И у Господа на все свои планы. Но еще он говорит, что свою судьбу нужно делать своими руками. Если вы чего-то хотите, вы должны изменить на своем пути все, чтобы это произошло. Я не хочу говорить, что он сам себе противоречит, потому что ему будет неприятно это слышать. А иногда он поднимает на меня руку. Но я чувствую, что не могу ничего поделать и что я сама виновата. Как будто мне достается худшее со всех сторон. Иногда у меня тоже такое ощущение. Даже очень часто. Ты взрослая? Мне почти 50. Думаю, глупо такой взрослой женщине так волноваться. Наверное, мне даже не стоит быть здесь. Это не глупо. Я просто хотела знать, что ты делаешь, когда твой муж поднимает на тебя руку. Он делает тебе больно. Можно ли вызвать полицию, если такое случается в твоей семье?
Блин, я так смотрю, режиссирую кадр, такая постановка, все дела. Одних ничего не запишется, это печально. Ну, естественно. Зато мне дверь открыли. Так, а я здесь был. Блин, на постоянно в одно и то... Постоянно в одно и то же место суют. Мы же здесь уже были. Здесь была эта, как ее, записка. Теперь ее здесь нет. Чё за хренолыга? Скрип, походу, сломался. Он не должен был мне сейчас дверь открывать. Или должен? Сейчас опять этот старый хер появится, начнет за мной гонять. Я не понимаю, кто это. Я его не боюсь уже совершенно. О! Э! Стой, мать! Не вижу ни хера. Так тоже не видно, правда. Вот так вот будет лучше видно. Что-то она говорит. Она пошла в этот, в женский, где кровь кругом. Ой, за ней-то хуета ползет. Уже не ползет. Сейчас она за мной ползет. Перезагрузи пока. Я опять иду той же дорогой, да? Похеру. В прошлый раз здесь случился кровавый дождь. Что ты акаешь-то так? Нам вот сюда надо. Смотри, здесь по-любому урна стоит. Ого! Мы тут не одни. Блять, я это уже понял. Подожди меня. Подожди меня, мы тут не одни. Так, Джессика, стоять, я сказал. Пизда! Воу! Ну что же ты, дружище, что же ты, друган? Взял меня, подставил. Сука, дураган. Ать! Где? Спокойно, бежим. Так, куда теперь? Отлично. Не в ту сторону бегу. Ой, блядь, не в ту сторону бегу опять. Не в ту сторону бегу! А может быть и в ту. Пизда. Чё там постоянно дверь-то открывается в ту сторону? Да серьезно, что ли? Только батарейку зря просрал, прикинь. Если бы я сейчас ее не менял, у меня бы она новая стала опять. Фу, блядь. Меня с самого начала серия, короче, не напрягала ни хера. И сейчас она меня тоже особо не напрягает. Потому что... Я не знаю, с самого начала нам дали спокойную серию. Почему она должна вдруг стать напряженной? Хрен знает. Давайте на этом закончим. Опять у нас серия почти час, а может быть час, хрен узнает, сколько будет. Начнем в следующий раз в кровавой бане, в кровавой луже, в кровавом дожде. Но я тебе говорю, загугли, это не кровь. Ссылка на в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, на инстаграм. Комментируйте, ставьте лайки, если вам до встречи, ребятушки. Раньше здесь был мат.